Всем привет, ребята! Сегодня я скачал игру, которая называется Аэропорт Madness 3D 2. И сейчас я буду в нее играть. В этой игре, короче, вы можете быть диспетчером в аэропорту и контролировать самолеты, то есть разрешать там им взлет, разрешать посадку или же запрещать руление и так далее. В общем, контролировать различные самолеты. И сейчас я попробую поиграть в эту игру. Так, ну мы сейчас в главном меню. Тогда, получается, нажимаем play. Вот у меня здесь пока что недоступны все аэропорты. Но здесь написано, что как бы типа доступен только Лондон-Сити, потому что все остальные их нужно уже покупать. Ладно, разберемся. В общем, давайте тогда нажимаем на него, Лондон-Сити. Давайте полосу, к примеру, 27-ю. И вот сюда нажимаем. И начинаем играть. Сейчас я окажусь в диспетчерской вышке. Вот, посмотрите, я в диспетчерской вышке. И могу наблюдать за самолетами. И сразу же смотрим, да, какая у нас здесь ситуация. Посмотрите, некоторые самолеты стоят у гейта. Далее, вот она, полоса 27-я. Идет дождь у нас сейчас. И какой-то самолет уже заходит на посадку. Сейчас мы будем ему разрешать посадку. Так. Slower, faster не нужно. Пусть идет как идет. Давайте тогда сейчас что посмотрим. Ну вот она, диспетчерская вышка наша. Тут наше рабочее место. Тут мы как бы сидим. И именно отсюда мы будем контролировать наши самолеты. Так, этот самолетик у нас заходит на посадку. И здесь есть кнопка Go Around. То есть уход на второй круг. К примеру, если на полосе есть какие-то самолеты, но он уже у нас садится, самолетов нету. Нормально коснулся и едет. Значит, соответственно, нажимаем здесь, я уже нажал Normal Exit. Сейчас он будет заруливать к терминалу. Вот, посмотрите, сел наш самолет. Так понимаю, United Airlines, авиакомпания. Так, и посмотрим, что сейчас он будет. Да, он до конца у нас доезжает. И сейчас будет заруливать к гейту. Давайте тогда нажмем вот это вот Runway 27. Пускай он у нас едет. Этот самолетик на полосу 27, этот тоже, освободим тому место. Все, эти самолетики, они у нас поехали. Этот такой же. Он сейчас приедет вот сюда. Я так понимаю, он здесь должен остановиться. И мы дальше можем нажать backtrack. Это значит, что он продолжит руление на взлет. Ну да. Здесь у нас написано departure, это вылет, runway 27, полоса 27. Мы здесь тогда дальше нажимаем, смотрим. А, ребята, там самолет у нас садится, approach, окей, пусть сядет. Тогда те у нас стоят пока что. Ого, сколько их здесь, ребята. Ладно, окей, ждем, пока они все сядут. И этот самолет мы пока двигать не можем, пусть пока стоит, иначе он сейчас выйдет, и там будет крушение. Окей, эти сели, нажимаем normal exit. Сейчас они у нас будут к гейту ехать. Этот у нас готов. Давайте runway 27, runway 27. Boeing 737. Это тот второй самолетик. И сейчас вот эти вот, получается, поедут к гейту. А эти стоят. Там у нас что? О, этот сейчас посадку совершит. Много здесь самолетов. Все нужно контролировать, чтобы не было крушения, чтобы они не столкнулись. Окей, хорошо. Этот сел. Сейчас опять же поедет к гейту. Давайте бэктрек. Бэктрек. Этот пусть пока не садится. Извини, чувак, но ты у нас уйдешь на второй круг. Go around. Какой-то гольфстрим, видимо. Да, г. Ну, какой-то самолет, короче. Ну, я просто подумал, здесь написано GLF. Наверное, гольфстрим. Все, эти у нас поехали к полосе. Бэктрек. И Боинг большой пусть тоже едет. Все, давай сразу же. Езжайте. И вот эти сейчас поехали вон туда, на начало полосы, 27-й. Сейчас они вот так вот объедут, там остановятся на предварительном. И я им разрешу взлет. Пока тот у нас челик ушел на второй круг. Где он есть-то? Тот самый. А, вон он. Он сейчас у нас. Да, вон он, вон он. Уйдет на второй круг. Уже ушел. Потом развернется, вернется в аэродром и сядет сюда же. Но сначала пускай вот эти вот у нас взлетят.
Нажимаем тейк-офф. Эти рулят. Все, первый самолетик мы с вами отправляем. Пускай взлетает. И пока темы двигать не можем, потому что они могут сейчас на него наехать. Так, 5 planes moved. То есть я уже как бы 5 самолетов отправил. Один у нас вылетел, 4 прибыло. Этот у нас улетает. Так, что у нас с теми самолетами? Этот ready, runway 27, этот ready. Запускаем их, пусть рулит вот сюда вот. Этот взлетает, окей. Удачного полета. Оторвался. И улетает, замечательно. Да, видите, какая игра интересная. Работа диспетчером. Так, пускай садится Airbus A320. Не будем ему уже нажимать второй круг. Пускай сядет. Большой самолет. Замечательно. Затормозит сейчас и поедет к этому самому гейту. Этот у нас рулит сюда. Замечательно. Тому пока не разрешим посадку. Потому что нам... Пускай вот эти вот взлетят сначала. Нажимаем, да, для этого тейк-офф. А для этого go-around. Для этого... Извини, пожалуйста, но ты тоже уйдешь на второй круг. Чтобы они, главное, там не столкнулись. Тоже. Они такие глупенькие. Они не видят друг друга, как будто бы. И если я правильно там не нажму, то они могут столкнуться, самолеты. То есть здесь полностью все зависит от меня. Так, этот у нас взлетает. Давай счастливого пути. Окей. Airbus A320 рулит к гейту. Замечательно. Этот готов. Runway 27, давай. Так, ты пока взлетай. Давай, быстрее. Тут заходит на посадку. Ё-моё, ребята. Вот уже даже сложновато, как ему разрешать садиться или нет. Пускай садится, потому что у этого сейчас взлет. Тому еще далеко. Так что они не столкнутся. А вот этот вот Boeing 737 пока пускай стоит. Он уже у нас не успеет взлететь. Иначе его собьют. Так, этот самолетик взлетает. Замечательно. Те подходят. Эти у меня долго стоят уже здесь. Этот лоудинг загружается. Его пока что обслуживают. И скоро он тоже будет готов к полету. И мне его надо будет как-то разрешать ему руление. Вот, рейди уже. Видите? Давай, runway 27. Пока пусть сюда в очередь встает. За гольфстримами. Этот прибыл. Очень хорошо. Давай, normal exit. С мягкой посадкой. Вот я не видел. И этому... Извини, Boeing 737, но ты у нас уходишь на второй. А ты у нас взлетаешь. Давай, тейк-офф. Очень рекомендую вам скачать эту игру. Потому что, знаете, почему я ее скачал? Я думаю, а что я все пилот и пилот, все летаю и летаю. Мне же хочется поконтролировать самолеты. Вон, я уже 10 самолетов обслужил, отправил их. 4 у меня вылета и 6 arrivals. Прибытие. Прибытий. Окей, этот разгоняется. Замечательно. И отрывается. И взлетает. До свидания. Что у нас там? Давайте быстрее, ребята, на полосу, пока там никого нету. Все бэктрек, рулите. Пожалуйста, и ты тоже рули, Airbus. Все, они у нас все поехали туда, на предварительный. А эти? Так, тот у нас ушел на второй, а этот рулит к гейту. Тот, что у нас... Тот заходит на посадку, сейчас с ним надо будет разбираться, но он-то успеет. Я думаю, даже пара этих пока взлетит, пока тот заходит. Ребят, слушайте, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Но я тут как бы самолеты контролирую. Так, замечательно, ребята, вы рулите туда. Давайте рулите, вставайте там в очередь. И вот этот вот первый, я думаю, пускай взлетает. Тот-то где, да. Тот у нас пока что заходит на посадку. Небось, уже со второго круга. Я его, небось, уже отправлял один раз. Ну, ничего страшного, подождет, чтобы крушения не было. Так, и ты давай-ка взлетай. Тот тоже заходит на посадку. 4 вылета, 6 прибытий. 0 крушений, слава богу. И не надо нам крушений. Что там ты думаешь? Stand approach, не надо. Да пусть заходит. Я думаю, ребята, не будем мы его отправлять. Но те... Уже не могут взлететь, пока не сядут эти два. Так что ждем их. Тут у нас улетает, окей.
Есть тоже кнопка прервать взлет. Удачи. Так, ты давай заходи. Approach 27. И Boeing 737 пусть заходит, потому что я их уже отправлял, кажется, на второй круг. Так что уже пусть они сядут. Замечательно. Рули гейту. Что у нас, кстати, у гейтов-то творится? О, этот готов. Давайте его запускаем на полосу 27, а точнее пока что на рулежную дорожку. Сейчас он будет рулить. Сел? Ну что, молодец, что сел. Тогда сейчас будешь к терминалу ехать. О, а это у нас Boeing 737, он тоже приземлился. Замечательно, разрешаем ему руление к гейту. Что там он нам напишет сейчас? Вот этот самолетик у нас первый заруливает. И он у нас будет сейчас will park at terminal. К терминалу. Хорошо. И ты тоже хорошо. Теперь он те два заходят, не будем им мешать. Ребят, ну извините, вы пока что постойте в очереди. Конечно, давно они у меня. Ой! Блин, ребята, я что-то не понял. Я-то подумал, что они сядут сейчас друг за другом, а они так уже рядом были. Надо было одному сказать, уходи на второй. Ё-моё, ребята, у нас крушение. Первое крушение. Жалко, конечно. Обидно. Как ж так? Ладно, обломки исчезли, но я буду знать теперь. Я-то играю всего только второй раз. Я пока что не знал, что они реально друг друга не видят. Если их не проконтролировать, они столкнутся. Даже на посадке. Я-то думал, что они сейчас друг за другом зайдут на посадку, сядут. Ладно, окей. Давайте продолжим эту игру. Пускай этот взлетает. Вот так выглядит крушение в аэропорт Madness 3D. Тейк-офф, Гольфстрим. Счастливого пути. Да, жалко, конечно, что так получилось. Ладно, я начинающий диспетчер. Меня можно простить. Ну, что ты думаешь? Разгоняйся. Вот этих пока мы не будем на взлет отправлять. Потому что они тоже этого не увидят, с ним столкнутся. А ты хоть скорость-то у меня набираешь или нет? Я не понимаю. А, набирает, все, да, хорошо. Набирает скорость. И давай отрывайся. Очень хорошо. Окей. Опять тот у нас на посадочку заходит. А, так, отправляем этого на взлет быстро. Наверное, конечно, можно работать и побыстрее, но я-то пока играю всего второй раз, вот говорю. Поэтому это еще неплохо. И он уже целых 8 у меня прибытий и 7 вылетов. Игра очень интересная, даже если так вам кажется, что там графика не очень, как-то там скучновато, ну реально скачайте, попробуйте. Это очень интересная, увлекательная игра. Ну вот что с ними делать, вот они заходят, может они сейчас тоже столкнутся, кто их знает. Один у нас сейчас точно уходит на второй, потому что... Не, пусть вот этот взлетит пока что, Airbus A320, но рискнем. Они все равно далеко пока. Так, что это такое? Да ё-моё, ребята, да что же это такое, почему же они у нас сталкиваются-то, у меня же раньше-то не было такого. Первый раз я когда играл, они нормально заходили, что это вдруг они сталкиваются. Короче, когда рядом два самолета на подходе, их нужно, одного из них нужно отправлять на второй круг, иначе они столкнутся. Капец, у меня уже два крушения. Ладно, не страшно. Так, ты у нас заходи на посадку. Блин, жестко, конечно. Целых 4 самолета уже угробил. Диспетчер. Хренов. Так, ну давай, ты у меня заходи на посадку. Не надо go around. Ну, а я пока вот этого не буду никуда отправлять, пока тот не сядет. Что здесь? Ну, постой пока, подожди. Конечно, долго он стоит, в жизни такого не бывает. Когда... Это еще мало самолетов называется. К примеру, в аэропорту там, ну, взять хотя бы Дубай. Там очень много самолетов, но много диспетчеров. Ранг, так, левел 4, уровень 4. Пока не знаю, что это. Normal exit, ты давай-ка у меня тогда пока рули. Эти заходят пока. Все, этот у нас поехал на предварительный. Ready, эти готовы, уже отправляем их. Надеюсь, они там не столкнутся с этим, ребята. Я надеюсь, они же не столкнутся. Они же хоть на земле-то видят друг друга, когда так близко. Вот Боинга 737 оттягивают. Этот сам поехал. Маленькие самолеты сами едут. Ну, раз тебя освободили, вот этот вот гейт.
Может, ты сюда подъедешь? Там что у нас происходит? Замечательно, этот пусть садится, этот успел отрулить. Этому поздно, уже гоу-раунд, но надеюсь, ребята, они не столкнутся. Успеют они затормозить. Скорость-то примерно одинаковая. Друг за другом сейчас нормально проедутся. Нормал-экзит. Ты давай, чувак, взлетай, пожалуйста. Эти успеют отъехать. А Боинг с этим стоят здесь. В очереди пусть стоят пока. Ты давай-ка вылетай. Вылетишь? Все, набирает обороты. И сейчас... Окей, к терминалу езжай. И ты к терминалу езжай. Слышишь? Окей. Хорошо. Посадку с... А, это взлет. Ха, ребята, я забыл, кому я посадку разрешил, кому взлет. Он взлетает. Хорошо, счастливого пути тогда. Лондон-Сити это у нас. Я напоминаю, Лондон-Сити аэропорт. Так, ты, Боинг, пока рули. Бэктрек, и ты тоже. Extend approach. Ну, может быть, его отправим на второй круг, в крайнем случае. Вот этого на второй, 100%, потому что у нас на полосе полоса занята этими двумя самолетами. И сейчас они с этим точно столкнутся. И того, боюсь, отправим на второй. Я пока не знаю. Вот она, вышка. Здесь у нас есть радары. Кстати, вот на этом радаре видно, какие самолеты на подходе, а какие на полосе. Рулите, чуваки, пока можете. Ну и вы давайте заходите на посадку. Вот этому... Стоп, а я же ему нажал, вроде уход на второй. Или я не ему нажал? Погодите-ка. Go around давай, сейчас они столкнутся. Видите, когда рядом два самолета, я уже это понял, мне нужно нажимать какому-то из них go around. Уйдет у нас в этот раз вот этот самолетик. На второй круг. Ты давай садись. Да, действительно, очень рекомендую вам эту игру скачать. Потому что я вот играю, не могу уже оторваться. Так, ready, уже эти готовы, ждут. Ну, давайте, рулите. Normal exit. Взлетаем. Боинг. Ты пока стой. Да, все, остановился. Take off. Окей. Смотрите, сейчас вам вот так вот взлет покажу. Красота. Так, там что у нас? Давай-ка вот тебя мы отправляем на второй. Ты пока что взлетай. Immediately take off. Еще там было... Да, а этот вот... Go around тогда у нас. Извини меня, пожалуйста, если ты там уже на четвертый круг уходишь. Я по-другому не могу. Полоса занята. А ты вот сейчас вот этот пронесется мимо самолетик. Я этому нажму руление к началу полосы 27. Вот этот сейчас у нас мимо проедет. Все. Давай, бэктрек. Взлет. Climb, значит, он сейчас будет набирать высоту, окей. Что там у нас вообще происходит в той стороне? Там никого нету? А где же тогда все, кого я на второй круг отправил? Что, это все самолеты? Ладно. Go around, чувак. Полоса занята. Не будем их пугать. Да, заранее нажмем уход, чтобы не получилось, как у них. Да, вот, ребята, так что... У нас все безопасно. Take off. Взлетай. Тут что творится? Нет, вы постоите пока. Сейчас полосы займут. На какое-то время. Ready. Пожалуйста, рули. Go around. Backtrack. И ты тоже рули. И ты тоже рули. Ладно, ребята, короче, те самолеты у меня сейчас зайдут на посадку. Те взлетят.
В общем, вот такой сегодня у нас был ролик. Огромное спасибо всем за просмотр, а то я уже, наверное, подзатянул. Вам, может, уже скучновато смотреть. Но игра реально очень интересная, так что рекомендую вам ее скачать. И на этом мы с вами и заканчиваем. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока, до встречи в следующем видеоролике. Всем удачи!